Давайте сделаем тренировку эффективнее с этими тремя лайфхаками. Первое – фокус на эксцентрической фазе. Если стоит цель рост мышечной массы и безопасный тренинг, то медленное выполнение финального движения, при котором мышца возвращается в исходное положение, создаст большой стимул к росту мышечной массы и силы. Второе – полный диапазон движения. Именно последнее треть движения считается самой эффективной по нервному отклику и помогает стимулировать сокращение всех мышечных волокон. А значит, выполнение, наоборот, в неполную амплитуду сокращает общую эффективность. Третья заминка – стретчинг рабочих мышц в течение 5 минут, МФР, или медленная ходьба по дорожке после силовой тренировки, улучшит восстановление и плавно снизит нагрузку сердечно-сосудистой системы. Это важно как для самочувствия, так и для спортивных результатов.